Представляем сращенный мебельный щит сорта АБ из хвойных пород древесины. Толщина изделия 18 мм, ширина 300 мм, длина 1600 мм. В видеообзоре мы показываем именно те мебельные щиты, которые имеются у нас в продаже и которые мы доставляем клиентам. Материал хранится на хорошо проветриваемом складе в индивидуальной упаковке производителя. Лицевая сторона мебельного щита выбирается по стороне с наименьшим количеством дефектов. Давайте рассмотрим максимально допустимые дефекты, которые могут как присутствовать, так и отсутствовать на мебельном щите сорта АБ. Здоровые сросшиеся и частично сросшиеся сучки не регламентированы по количеству. Здоровые темные сучки диаметром до 15 мм не регламентированы по количеству. И более 15 мм не более 6 штук на квадратный метр. Небольшие смоляные карманы. Сердцевина с максимальным размером 5 на 300 мм. Легкая синева размером до 10% от площади поверхности. Небольшие перепады по цвету между ламелями. Также на мебельном щите может быть незначительный зашпаклеванный участок, незаметный при покрытии защитно-декоративными составами. Отметим, что все перечисленные дефекты не обязательно будут присутствовать на щите, а некоторые из них встречаются редко. Природные дефекты никак не влияют на прочностные характеристики изделия. Ламели склеены методом открытый шип, то есть на поверхности сращенного мебельного щита виден характерный стык – елочка.